Я приветствую твой клуб в очередной серии Metal TV. Сегодня в выпуске я скажу о своем проекте Edge of God, альбоме Дисгармония. Смотри. Приветствую тебя в очередной серии Metal TV, посвященной моему проекту Angel of God, который рип с 90-го года по 2000-й включительно. Сегодня расскажу о всем альбоме Дисгармония 92-93 год, да, вот. Записал его вот так качественно на студии Тоскам. Вот у меня есть Тоскамчик. Всем талы, там голос, записал, делал себя, то есть как альбом создал, это как будто как записал, то создал, он видимо в третьем доме ничего, и это мял, а он гарантий был из метал, да. Кстати, надо, вот я как раз сейчас записывал свою музыку, я самоучка записывал этими самыми цифрами, струна типа, да, медленно, быстро, текстом, вот эти самые проигрыши и остальные песни, то есть у меня целая общая тетрадь тех времен еще, вот Апокалипсис, вот, и тут у меня очень много все мои One Man Project'ы, короче, тут записаны. Надо было писать вот такой ручкой. Расстрел — это альбом, этот самый, как его, Тысяча одна смерть. Вот тут все записано у меня. А потом, да, Трой Напарт. Вот у меня есть Ублюдок, как играть. Да. Вот Под знаменами дураков. Вот, короче, все тут есть. Сожжение, утопление, пытка, казнь, блин, обезглавливание. Вот, короче, все. Вот раньше я так записывал, да. Записывал раньше так свои ноты, так сказать. Раньше, вот, самоучка. Вот, это самое. Ну, короче, сейчас расскажу. Короче, много рассказывать не буду. Потому что, кстати, почему на мне не очки, потому что сломался у меня монитор. Вот, приходится пользоваться вот таким говном. Так, доказательство того, что я создал этот альбом давно, вот он записан на болваночке такой. Ну, то же самое, там, 98-й год, по-моему. Вот, Дисгармония, вот еще. Это, кстати, в 92-м году, в 93-м я записал. Вот в таком качестве сейчас покажу. Сейчас я специально скопировал этот. Вот в таком качестве. У меня не было тогда электрогитары. Ну, это самое. Я брал электрогитару в те годы. А так у меня была самодельная электрогитара. Ну и фоток я пока не могу найти. Надо найти. У меня фотки такие, ну, скажем, фотки, ну, как изображение. Все фотки в Фейсбуке, комментарии, страничке, или где-то в щелях,
все мои носки я остаю. То есть я водил тёлки, мой и сувениры. Раньше я вот матрисолог дому не показываю. Они у меня спрятаны. Шо-шо. На мой никому проект. Я никому там не покажу. О. И не вот. Не, а то и растащат на. Да. Кстати, вот вступаю в группу. Да. Эджерога 3. Я, кстати, буду каждому своему проекту посвящать группу и рассказывать подробно. Вот вступай. Приватная группа. Вот, кстати. Что еще хотел показать? Вот это самое, что у меня тут. То есть этот альбом был еще на Миньоне. Guts Angel, вот я его издал на Culminus Records как Миньон. И со сплитом Инцест. Гибель христианства. И издал еще Master of Disharmonia. Это два Миньона. То есть я полностью альбом Disharmonia не издавал. Только на кассете репресс был. Вот, репресс. Вот, на Depressive Illusion Records, Vibra Shakala Records. Вот, а подробнее об этом альбоме я рассказывал вот в серии ему в 150, поэтому рассказываться не буду. Что могу сказать, что это видишь, если альбом. Вторая записка, то есть в 92-м вообще году она была домашних, как я рассказывал, с третьим помощью магнитофонов. Слой один магнитовался, второй три фона, четвертый пятый. Короче, фона вот все там запечивалось там. Там вот таким вот звук слышится какой. Вот, но этот диск я подарил своей на тот момент, в 2004 году, я встречался с Ольгой Нимфоманкой, привет ей. Вот. И она, ей очень понравились мои альбомы. Я ей подарил, короче, с пьяну. Надо было записать копию и подарить. Ну, я матрицы подарил. Короче, Deathland альбом первоначального, такой хреново записанный, вот так вот. И можно сказать, первоначальный вариант дисгармонии вот в таком вот жутком качестве и все такое. Вот тут я тоже рассказываю, кто подтвердить может, тут группа Blast может, Датора подтвердить. Вот тут ссылочку привожу внизу, переходи по ссылочке. Кстати, тут было у меня сколько вот, 1, 2, 3, 4, 5, а там 6 кассет. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну кассету я с тех времен, это первопрессы, записано от руки. Это моя личная кассета Матриса. Вот осталось мне на продажу 15, 14, 13, 12 копии. Тираж всего 15 штук. Эти кассеты первопрессы, я их пересдавать пока не буду. Пойду пока я продам. Эти я по 50 гривен. 50. А репресс. Даю по 50. Вот, не вен. Репресс. Вот. А вот это ненависть. Рез тут так. Я когда хотят гриб недавно, я был ненависть. 1666 альбом. Маш скримаш души дел. Короче, там много кассеты дел. Репрессы. И они мне сказали, что показал такую бумагу, как в 99-м году я делал. Они мне сказали, что такой бумаги уже нету. Так что тут от руки записана каждая копия. Вот это 12, 13, 14, 15. Вот. По 150 гривен, да. Это раритет, можно сказать. Дешевле не продам. Альбом того стоит, в принципе, в коллекцию. Вот. Так что вступай вот в группу на Фейсбуке. Вот, я издал вот это вот, да, вот. На Culminus Records. Вот, потом еще вот это издал. Тоже.
Но полностью альбома этого нету. Да, кстати, о себе могу сказать, что вот мои все проекты. Ну тут не все проекты, тут Angel of God, Born Apart, CW, Cubmons, Secret Band, DJ Колдун, Dominion, Freedom, God's Angel, Grown Wins, Kiki Wild, Incest, Max von Hatten, Max Generator ID, Requiem, Screaming Wild, Slice of Life, Someday We Will Die, Torn Apart, Warhol, Максим Вехов, тут еще не хватает, Noon, еще не хватает, The Rolling Wings не хватает, Open Your Mind не хватает проекта, тут им еще, там еще, по-моему, где-то там, блин, еще, по-моему, где-то там, блин, столько этих проектов, я харьковский Дэнс Уана, вот, вот так что, Алдёс, да, привет, это я писал в 2009 году, ссылочка, вот, смотри, ввожу ролики, вот, переходи, одна ссылочка, целиком внизу, с вот этого вот здания, песня, присвели уже товары, так что, на тебе все, прекрасно, ценовой, переходи, ссылочки, можешь пожертвовать, подписывай денежку, номер ты приведен, как, в разделе, на ремонт, на мониторе мне надо, я даже не знаю, еще там начал, потому что без денег ходить, ремонтировать. Вот, что тут, вот, о канале. Можешь пожертвовать, мне нужно на ремонт, я думаю, вот, номер карты есть. Потому что денег у меня нет особо много, к сожалению. Сейчас лето, кассеты не продаются, а зрение получается, я порчу себе вот этим гримым, ебаным, блядь, монитором, блядь, ебаным, ну, я не знаю, думаю, ну, гривен 500, я думаю, ремонт будет стоить. Или если у кого и завалялся, может, стоит какой-то монитор с большим экраном, вышлите мне, там, напишите мне в личку на Фейсбуке и... Максим Вехов, это самое, найдете тут ссылочка тоже под видео будет этим. Да, тут под каждым моим видео есть ссылка на мой Facebook. Короче, вот. Еще есть на Depressive Illusion Records ссылка, но что-то у него там сайт на реконструкцию. Вот. Я захожу. А, о, уже появилось, да. Вот, сейчас мы, кстати, сейчас сюда и зайдем. Вот, сейчас мы этот альбомчик, где он тут? Вот, дисгармония, вот он. Вот он тут продается. Тоже 6 баксов стоит, 6 евриков. То у меня дешевле даже. Первопресс и по 150 гривен, хуя. Моча. Блядь. Тесно, как говорится. Монитор маленький. Теснота. Ну все, подписывайся на канал. Все, пока-пока. Следующая серия выйдет в воскресенье. Дата какая у нас там? Сегодня 9, 16 часа, я скажу об альбоме Cremation of Души. Cremation of Souls. Опять компрессия своем.
подписывайся на мой канал Warhol Trans. Сейчас. Покупай футболочку, прям подписывайся на мой канал Warhol Синтезатор. Покупай футболочку, KISS. Подписывайся на мой канал. Warhol Kiss.